Андроид бомж. Всем привет! В эфире Android Бомж. И сегодня мы поиграем в GTA San Andreas на телефоне. Эту игру мне установил как-то мой брат. Я даже не знаю, где он ее взял, ибо в Google Play нормальной версии никак не вижу. Тем не менее, это точная копия той версии, в которую играл я на ПК. Сценарий такой же самый. Честно, меня до сих пор поражает, как можно было всю игру, вот эту вот, которая на компе весила там 4 гига, или сколько, не помню, там кто помнит, напишите в комменты, поместить в телефон. Вот, те же самые перестрелки, все то же самое. Вот, единственное, ну, управление, ну, я думаю, тем, кто играл в Sony PlayStation джойстиком, то они легко справятся с управлением, просто я не любитель пользования джойстиком, оно все как-то у меня получается всегда коряво, но я думаю, вам понравится. Вот, это именно просто телефон, вот, чтобы вы не думали, что я развожу вас, играю на ПК, вот. Те же миссии, те же игры, даже графика такая же самая, и физика, и заставки, и сценарий. Вот, я думаю, вам понравится, тем более, ну, не знаю, в те времена, когда вышла только игра эта на ПК, еще никто не мечтал о том, что будет играть на ПК, на телефоне. Та же миссия, те же персонажи, те же голоса, ну, как бы та же игра. Вот, если вы помните, там мать Си-Джея как-то похоронена, ну и тут сейчас начнутся разборки с бандитами. Вот, единственное, как-то цвет автомобиля и сам автомобиль немного другой. Прикольно, не правда ли? Вот, играйте в любимую гангстерскую игру, проходите миссии, сваливайте от копов. Да, управление, конечно, я в нем не силен. Но на ПК я эту игру прошел. Карта в углу все та же. Все те же персонажи, все те же голоса. Что ж, с вами был Android Бомж. Играйте только в полезные игры, ну и в любимые. В общем, в какие хотите. Удачи вам!